только вчера вышел Лего режим, а уже сегодня добавляет Rocket League. Дамы и господа, встречайте самые эпичные и экстремальные гонки, и все это происходит в Fortnite. Гонки настолько быстрые, что порой даже не замечаешь, что происходит. Вначале нас ждали гонки и трассы попроще, такие разминочные, а дальше мы запустили самые потные и сложные трассы, пройти которые действительно сложно. В общем, режим однозначно топ. Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Кофе, и сегодня мы поиграем в новый режим Rocket Racing Fortnite. Режим появился только-только, и мы сразу же побежали в него играть. Гонки получились реально очень эпичными, и режим реально классный, поэтому обязательно досматривайте до конца. Вам, ребята, я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, пристегивайте ремни, ведь мы взлетаем, поехали! И не забудь подписаться на канал и обязательно поставить лайк, погнали! Так, ребят, вообще пока ничего не понятно, вот только режим появился в игре, мне уже нравится то, что тачка стоит перед... У вас тоже тачка стоит, да? Да. Смотрится пока очень круто, но непонятно, что именно ждать от этого режима, поэтому мы летим в него прямо сейчас. Ема, что это такое вообще? Подожди, W, я тоже могу переключаться просто на игроков и все, погоди, а как? Подожди, на меня? Подожди. Готовьтесь, сосунки! На shift дрифт. Нахрена ты это сказал? Вот нафига ты реально это сказал, а? Гонщик нелегальный. Дрифт. Пацаны. А как газануть? Я вообще пока не понимаю. Вы прикиньте, что это такое? Откуда типа в тачке вообще? Мы играем? Подожди, на колесико мышки! Ускорение на колесико мышки! А так у меня не работает. Давай. Надо первым приехать, пацаны. Я еду. Меня Артём обогнал. Я второй пока еду. Тебя обогнали. Ема, дрифтит тачка вообще. Блин, перебиндить нужно. Давай. Реально гонщик. Ух, блин. Подвинься, ты идите. Давай. Фига себе. Полезный обгон. Так, этот... А, это только второй круг, понимаете? А сколько всего? Три круга. Давай. Надо топ-1 занять. Пошел вон. Ой, вырываемся. Второе место. Заходим в дрифт по апексу. Выходим из... Как из дрифта выйти? Я не понимаю. Блин, я на ускорении не могу нажать. Я первый ехал. Последний круг, да. Я четвертый пока еду. Давай. Легенда гонок, я должен занять первое место. Давай. Этот режим был сделан для меня. Я пока еду первый. Артём, я тебя ебу без буста. Давай. Спасибо, что бустанул. Там еще какую-то кнопку надо нажимать. Я вот не понимаю. Я пока не понимаю. О, у меня ускорялка сама иногда активируется как-то. Да, она на дрифте ускорялка юзается. Давай. И вот здесь! Ну! Что? Я четвертый. Я третий. Ах ты, сучка. Я третий. Я не понял. Как? В смысле третий? У нас получается 3-4-5. Следующая, да? Гонка. Подожди. Так, ребята, давай пробуем заезд дальше. Ожидают прям реально профессиональные гонки. 100%. Тут есть еще и ранговая какая-то система, ты прикинь? Так, пацаны, смотрите, у нас 12 человек в гонке. Мы сами должны занять первые 3 места. Это прям 100%. Соответственно, смотрите, у нас следующая трасса. Мы на ней еще раз не катались, но вот сейчас мы победим 100%. А как он ускорялку уже юзнул? Подожди, я могу? Нет, не могу. Что за фигня? Дрифтим. Я в трубу залетел. Пацаны, осторожно, там магма. Опа! Да, вот магму не врезайся, самое главное. Задерживайте, смотрите, чтобы прыжок был более длинным, задерживайте левую кнопку мыши, он прям в воздухе будет держаться. Пацаны, я на первом месте, Тихо. Осторожно, тут лава. Серега, обогнал! Что за скорость? Куда ты обогнал? Где ты там обогнал? О! Я сделал кикфлип какой-то, слышишь? Я левую кнопку мыши зажал, и потом левую, и потом правую. Прыгать надо постоянно. Да. Так это прикольно. Да, это классно, блин. Это реально скилл-тесты какие-то. Серега, давай. Давай на ускорялку возьми. Нет, дурак, я ускорялку перепрыгнул просто. Так, ну я первый, слышишь? Какой ты первый? Я догоню. Какой ты первый? Я не понимаю. Подвинься ты, жопа. Сейчас ускорялочка сработала. Меня она просто заполнилась, слышишь? А, во-во-во-во-во. Волки. Оп. Давай. Пыль, глотаем! Олег, место занимаем. Месте? Я пока в трубе, слышишь? А как я так? Слышишь, я тебе? Я не понимаю пока, слышишь? Вот, второй, нет, третий. Как будто, я не знаю, что трубы там делают, но я езжу по обычной дороге. Так, вот, господи, я вот путаюсь тоже в кнопках просто, я не понимаю управления. Нормально, я в трубу. Дрифтим. Я не знаю зачем, но я поехал в трубу. Возможно, это сокращалка. У меня совсем гонок привычка, что ускорялка на shift. Ох, ебать, я улетаю, Серега! Последний круг остался. Я второй. Чего ускорялка? Вот сейчас ускорялка не юзается, хотя у меня одно деление есть. Я понял. Именно дрифтом. Вообще в трубе, как будто бы слышишь проще реально ехать. Я на бустах. О-о-о-о-о-о! Нормально? Так, здесь надо просто вот так вот. Давай. Хорошо.
Подвинься. Давай, давай. Ах ты, сука, нет. А я в трубу поехал. Как вот, не пропустишь-то? Давай, себе удачи там говори, слышишь. Все, я понял, как это работает. Как? Ну, то, что надо постоянно... Найс, я первый! Короче, там сокращалки, я финишировал уже. Посмотри, реально первое, второе, третье место. Трубы, они реально трубы. Реально первое, второе, третье место. Ну все, вообще кайф. Не, подожди, а, да, реально, смотри, второй Арчан, третий, все. Ну, как я и говорил, мужики, все, реально, как я и говорил. Короче, реально, смотрите, трубы это сокращалка, это раз. Во-вторых, дрифт нужно постоянно использовать, потому что это дополнительное ускорение. Все, я теперь понял, как это работает. У меня просто привычка со всех гонок, со всех игр про гонки, то, что ускорение на shift. Я все время, когда на него нажимаю, в этом и была ошибка. Итак, парни, вот сейчас реально приготовьтесь, секундочку, внимание. Здесь очень жесткая потная гонка, и стартануть надо, когда загорится зеленый свет. И... Давай. Вот сейчас. 58% ускорения. 40%. У меня 58 было. Это проверка на реакцию. Это проверка на реакцию. Проверка на реакцию. Пока мне нравится. Ой, тут много путей, смотри, разных. Я не понимаю, что делать. Тихо. Дрифт. Ускорялочка. Чего? Вода! О, ебать, я понял, да. Надо подгадать. Ема, что за гонка, вы чё? Но у меня получилось. А, по стенкам, пацаны, по стенкам. Вау! Я по стенкам. Вы дальше офигеете. Вот это самое. Вот это самое. Вот это самая офигенная гонка пока что. Ема! Это охуенная гонка. Это гонка в стиле Hot Wheels, понял? Типа вот. Пойдет. Давай. Ема, как это офигенно, мне как нравится, это круто. Мне нравится. Вот эта гонка прям имба. Прям. Ну, это еще не конец, что самое главное. Я сломал машину. Вот мне самое страшное. А тут такой же! Где? А-а-а! Куда? Как ехать? Ну а тут поворот вот этот. Я долетел! Че по стенкам? Офигеть, дрифт жесткий! Я вообще не понимаю! По стенкам! Артем, я вообще не понимаю, как там надо было ехать. Я только первый круг проехал, чтобы вы понимали. Но мне равных нету, скажите. Я, видимо, подъезжаю, да, мне равных нету, пацаны. Реально говорю. Я просто первый еду на протяжении всей гонки. Конечно, а как иначе, Сережа, да? Как иначе-то? Могу позволить себе, понимаешь? Ну ладно, ладно. Этот режим был создан для меня, особенно вот эта гонка. Двойной буст. Здесь? Смотри, делаем вот. Тихо. Тихо! Давай! Блин, сломал! Сюда? Я не знаю как! Меня никто догнать не может, ну просто... А не, вот кто-то догнал меня, погоди! Какой-то чел догнал, но вот именно из-за вот этого... Но он, походу, на первом круге еще. Тихо! Не, какой на первом? А, он тебя обогнал, не, да. Не, он обогнал меня. Бляха, муха! Я набрал почти 3 ускорения, чтобы вы понимали. Хорош. Братик, рано на нитро нажал. Очень рано. Вот что за ебать! А теперь! А зачем? Не, вот это на том же месте тачку ломаю. Ебать, меня просто развернуло! Да, вот в этом проблема. Я не понимаю. Надо следить прям за этим. Я не понимаю, как там ехать надо. Я реально не понимаю. Там вообще рандом полный как будто бы. Тихо. Меня реально чел обогнал. Нельзя. Охренеть. Не, надо догнать. Тип реально догнал, обогнал. Он далеко уехал, Я вот, поняли, накаркал просто для самого себя. Вот, да. Походу, реально. Ладно, не, я его догоню. Олег, я... мы, кстати, догоняем тебя, мы сзади. Ой, как-то... Не, подожди, не, нормально. Я вот не понимаю, здесь... Тихо. Ну вот этот момент, как здесь проходить надо? Зачем? Блин, вот. Сломался. Прекрасно все пока что. Давай. Я реально на круг кого-то гоняю уже. Это бред. Надо научиться прыгать. Там я не понимаю как. Давай, хорошо. И ускорялочка, и летим. Давай. Надо догнать. Куда лечу вообще? Нормально? Я вообще нет, не понимаю. Нет, хотя бы это один раз пройти это нормально. Это какая-то слишком потная гонка, слышите? Ебать, я летаю. Все, просто ехать сейчас тут. Давай. Почему? Ну тип прям рядышком со мной, нельзя отпускать его. Нельзя. Давай. Ну нет, как? Второй, ну не могу, я не знаю, это очень, это, вот эта странная гонка была максимально, прям. Не, вот, ну она самая имбовая, как по мне. Она офигенная, но вот эти моменты, где нужно сбоку ехать, там скорость сбрасывается, да, непонятно там непонятно еще. Как. Ребят, оказывается, гонки распределяются по уровням сложности. Вот сейчас мы запустили самые сложные гонки, и предыдущая гонка была тоже из самых сложных гонок, которая есть в новом режиме. Итак, и поехали! 92! Ема, ты, кстати, я не увидел впереди. Я врезался. Так, дрифт, поехали. Надо первое место занимать. Фига, 700! Меня выкинули. Тихо. Хорошо. Давай. Там, кстати, заметили? Заметили, сбоку, если касаешься, то...
Ну давай, ну куда меня в ботину отправляют? Пира... Сука, ну что? Пирога. Куда? Не вижу, не понимаю. Это что за... Это грязь? Что? А, не, нормально. Я тоже думал, это просто сколько поменялось. Не, кстати, вот это локация из Fortnite, старая локация. Да. Вот плюс-минус пока норма, кстати. У меня три шкалы нитро почти забиты полностью, прикиньте. Серега, почти жопа ей, даже не жопа, а 90 градусов. Я так и еду, да. Я так и еду. Ема, все. Блять, ну хватит меня. Нитро, Ема. Красиво было. Обогнать Олега. Не, сегодня, не сегодня, Сережа, не сегодня. Я обогнал тебя, что ты там не сегодня. Я впереди тебя еду, алло. 415, ответьте. Блин, тут сложно, потому что поворотов много. За тебя челик прям мешает. Тут прям много поворотов. Давай. У меня два этих пустыри. У меня три было, Артемка. Давай. Пацаны, готовьтесь сосать. Не, я сейчас... Блин, там тип на первом месте едет, надо вот его догнать. Я на втором еду. Давай. Просто не сломать машину. Блин, ну и как же? Так... Давай, нитро, ну! Активируй, давай, ну! Выходи из дрифта, поехали, давай. Не, Артема обогнал. Нормально, понимаю. Да блин, а ты ученок, Олег! Я что сделал? Я ничего не делал. Ты взял мне прям полбу, дал меня, застопило это, да? Олежа, ну куда ты? Куда ты? Олежа, на обочину, Да блядь, ну капец, тут дрифт закончится когда-нибудь или нет? Ну Артём, ну давай целоваться потом, не сейчас. Это чисто мапа такая. Да. У меня нитро, правда, нету сейчас ни одного вообще, ни одной шкалы. 1300! На, под жопу. Надо догнать, осторожно. Друг другу не мешаем. Давай, вот сейчас, давай! Ну, Артемка. Ну, скорее, да так что сзади я? Тебя нету никого. Давай. Вот сейчас, да давай. Буст. Блин. Как третий? Я четвертый. Алло, как третий? Подожди, в смысле? Посмотри на время. Пчела второе место. 18.01, у меня 18.05. А как? Я первого вообще... Как? Не, ну вот на эксперте реально чувствуется профессионализм. Реально чувствуется пот. Видите брошенные башни, видите, да? Да, кстати. Ну все, парни, желаю удачи. Лучше топ-1 занять надо на эксперте 100%. Итак, поехали. 35%. Ё-моё, это фигово. Ладно, нормально. Хрена я там наповорачиваю. Сразу дрифт, вы юзаете. Нормально. Ой, сколько лавы. Ой, блядь, башни, Серега. Тихо, я пролетел. Дальше снова... Дрифт. Тут везде дрифт. Так, смотрите, вот здесь. Просто пролететь. Ух ты ж. Задел немножко. А у тебя КП выбило или что? О, в урайда идут! Кажется, чего перекатка? В урайда идут! Я поехал. Куда я затрясил? Подожди, я поехал. Не дрифтите, пацаны, вы живые. Я поехал куда-то не туда. Ладно, я пока еду нормально. Пока нитро не юзаем. А, босс, пока держим, пусть она пока держится. А я заюзал, а я молодец. Я полетел. Я не полетел. А почему я думал, побольше нитро будет, если честно? Ну, Серега, давай, мы пока первого едем с тобой. Нормально. По стеночке. Готов? По стеночке налево. Раз, два, поехали. Давай. О, реально по стенке. Так. А что дальше? А, я понял, по что. Мне кажется, со стенки на стенку надо переходить. Не, я вообще по потолку проехал. Охренеть. Давай. А где финиш-то? Давай. А вот теперь ускоряемся. Два столба. Я перелетел их просто сверху. Так, и? Это еще не конец. Это не конец. Я прям очень гадостно еду. Прям максимально. Господи, что это происходит? Да подвиньте ты! Что это такое? Это жесть. Это просто... Как у тебя ускорение больше далось? Мы одновременно нажали же. У меня там еще один буст был. Ладно, ты челик вообще остановился. Я просто понял, затильтовал походу, слышишь? Мне реально нравится. Вот это прям очень круто. Здесь прям пол чувствуется реально. Ну просто мы не сразу поняли, что есть для новичков трассы, а есть для экспертов. Тихо. О, люди летают. Тихо. Не заел. А прикинь, врезаться в человека в попутке. Так это вообще забей. Ага, давай. Пошел в жопу. Ну да давай, если же тоже там не выпендривайся, пожалуйста. Ладно, Олег, пошел. Пацаны, в жопу. Пацаны, я пошел вас в жопу, догнал пошел уже, жопу. Давай, хорош. Блин, зря нажал. Ты меня сейчас обгонишь, кстати. Да, есть такое. Я тебе иконку твою вижу. Здрасте. Да, борт, покрасьте. Блин, ну тут жестко прям. Блин, зря лишнее делаю тебе движение. Так, тихо. Блин, ну вот прям пот! Опс, хорошо. Давай, ускорялочку. Поехал. И... Ай, хорошо. Есть. Так, приземляемся быстренько. Хорошо. Нормально. Поехали. Нормалды. Другой стеночки. Жмай, Сенбах. Другой стеночки.
Блять, ну меня же что за фигня? Это только второй круг, это только второй круг. И ускорелочка, летим! Не получилось. Ты так сильно отстал от вас. Не получилось, Сережа, да, что-то не пошло, не попало. Чего, 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 а что такое? Это ж ты потеешь там. Ну я потею, я спорить не буду. Ой, тихо, тихо. Я перепутал кнопку. А чтобы вы понимали, мы типов на круг перегнали уже. Тогда я про это говорил. Мы уже киберы, скажите, мы уже реально котлеты такие зажаристые. Ух, как хорошо сейчас было. Блин, дрифт прям офигенно, мне так нравится на дрифте, я не поджог, поджог, поджог. Ну это реально, слышишь, это реально асфальт просто, на максималках как ну, будто. Ну вот да, 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 есть такое. Так, прислоняемся. Все, здесь надо. Не, я чутка не понимаю вот эту систему прислонения. Да, есть такое, есть такое, есть такое. Я вот тоже не особо понимаю, как она работает. Так, дрифт. Мне нравится, что но в дрифте не мешается, скорость вообще мешается. Меньше. В дрифте профессионалу скорость, не в дрифте мешается, скорость ну. не сбрасывается вообще никак, это странно. Бэмс. Ну здесь тоже так же, хорошо. Вот. Давай, думаю, Серега, кто кого, Серега, кто потом кого. Потом вот сюда. Серега, кто кого, потом давай. Да, наебалово блядь, вот это полная вот. Хуета, потому что он меня по КД просто берет и коннектит к потолку. Бывает такое, бывает. Ну куда ты лезешь? Ну что ж ты делаешь, а? Хорошо. Давай. Давай. И пошел нахуй! Куда? Первый! Ай, ты мне постанет, твою! Что ты думал, Серега? Что ты думал? Постанет, хватит, ты посмотри, миллисекунды. Да ну, не сказал, что миллисекунд, смотри, у меня 20 лет, у тебя 20 миллисекунды. Не надо, миллисекунды. Вот это жестко было. Я не знаю, парни, как так вышло, что мы только втроем, но это смешно. Ай, блин, я забыл, как смешно. Это реально смешно. Ну, давайте, чисто гонка, ну, чисто между нами. Так. Ох ты ж, смотри, что тут. Ох, нифига. Прикольно, прикольно, прикольно. Олежа, ну и куда ты лезешь, жопа свет. Блин, я поджёгся, жопу. Да, я тоже поджёгся, каплю. Фига здесь локация, конечно. Так, киевский дрифт. Куда-то нормально. Опа. Объехал, нормально пойдет. Хорошо, зачем объезжать, если можно прыгнуть? Не, все, я уже понял, я приловчился максимально к режиму. Почти, наверное. Ну-ка. Заходим в поворот аккуратненько. Давай. Нормально. Нормально тоже, с пивком потянет, такое тоже. О, блин, прям этот звук. Нормально, такой, держим. Осаночку. Давай. Ой, хорошо. Показываем ой, скил. Ой, хорошо. Конечно, жесткий. Показываем скил, и в этот момент на шестинке. Что за хуйня? Нифига! Ебать! Нифига! Охренеть. Офигеть! Как я не вовремя у меня три шкалы ускорения, Поехали, раз. Давай. Вторая, тут, два. Да, тут вовремя. А, это сокращение такое? Там понял, смотри, там сокращение, там можно сократить, там можно да, сократить. Пацаны, все сократили, если, да? Но да. Если только пролететь, да, понял? Полетел. Я в следующий раз еще раз попробую. Я хочу пролететь там, Надо блин, очень крутая трасса. Тут прям и водичка, тут прям и океанчик, мужики. Все, я что-то расслабился. Да я тоже что-то вообще. Не, я прям потею, пацаны, ну вы что? Ну, вы конечно. Не расслабляйтесь, вы не среди своих, так, в смысле, у нас Туртеймент вообще-то, слышите, у нас эти соревнования. Как я же сказал, между нами чисто. Повторите еще раз, как вы назвали еще раз? Туртеймент. Хороший, my English the best. Блин, жалко, я не могу назад посмотреть, да? А не, могу, ну, стрелочками, но все равно неудобно. Ну там показывает, если близко кто-то находится. Давай. Ну, накосячили немного. Куда ты там собрался? Нормально. Ты что, думал, ты уехал, что ли, меня пупсить? Вы догонять будете, мужики? Не, зачем? Ну куда ты, куда долбоёб? Мужики, я вас очень сильно прошу, догоните просто меня. Зачем нам это? Мне одному скучно ехать, мне же надо как-то с нам весело, мы вдвоем тут трёмся. Реально. Ну, пожалуйста. Нам по кайфу. Я вас может подождать немножко, не? Ну, давай, подожди. Давай. Вот прям остановись жестко. Да. Закрой глаза, открой рот и остановись. Я вот, я остановился. Все, ну, давай пока. Поехали. Ваш я все равно вас там гоню. Давай, поговорим. Вот что-то я переборщил. Я ж догоню, мужики, вы просто не понимаете. Давай. Не гони. Надо, понял, запотеть по-жесткому. До свидания. Ах ты, сука. Что там, запотел, слышишь, а? Нормально. А, короче, всё, лава особо изи. Ничего не делает. Лава особо просто ничего не делает, кроме того, что снимает бус. Чё, готовы да, пролетать? Готовы сокращать? Давай. Ну, Олег, ну спокойно едь. Найс, проскочил! Блядь, я тоже я проскочил! Найс. Пиздец. Пацаны, может, вас еще разочек подождать? А, там сверху надо. Там сверху, да. Блядь, я вас еще подожду. Давай. Я вот прям врезался. Сука, я врезался. Я вас жду, пацаны. Я вам шанс. Я дважды умею, чтобы ты понимал. Очень странно работает магнитка для меня. Я просто рак не могу все сделать. Ну давай. Просто дважды умер. Ой, я буду. Это бред. Ой, у меня буста нету, Олег. Я без бустов. Ну я тоже. Не ладно, у меня два буста есть. Нет, ты врешь. У тебя буста есть. Ну есть, я говорю, два буста у меня есть, да. Но я все равно я пропустил тебя нормально так далеко. А что если на месте вот так дрифтить? Ну-ка давай попробуем. Я уже пробовал, слышишь, там нормально дается на самом деле ускорение. Гонщик нелегальный. Еще один круг. Поехали. Последний круг. Ой, что-то я переборщил.
Так, дрифт. Просто когда резкий поворот, вы больше закручиваете, по повороту именно заходите. Есть такое, есть такое. Ну что, Сережа, вот мы и встретились. Да ё-моё, не, все, я что-то расслабился реально. Ну вы что-то реально попули немного. Ну все, я там первое место уже занимал. Я просто все стенки ловлю, клянусь. Ну бывает, я что тоже, я могу. Я тоже тебя ловлю. Здорово, Серега, здорово. Здорово, здорово. Огончик, Бэм. Ты... Что там такое? Ты думаешь, что я тебя пропущу? Я тебя пропущу? Смотри, Бэм, поворот заходит. Смотри, что делаешь, Сам себе пищу. Не, каждая стенка, как бы, она моя. Не, ну тут для профессионалов просто гонки уже созданы, понимаете? Смотри, какой поворот затяжной был, видал? Ну, спасибо. Смотри, ладно, показываю разочек. Да, блядь, я пытаюсь нитро нажать, я беру и просто подпрыгиваю. Как же задолбало это. Серега, ну куда ж ты там собрался, смотри. Чего, что такое? Бип-бип. Давай, покажи скилл, Давай, давай, смотри. Готов? Давай. Два долбоёба. Ну и такое да бывает. Сука. Да, блядь, не сложно. Я за вами. Хорошо. Хорошо. Больше, 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 больше. Не, больше. Прикольная, прикольная система на самом деле. Куда? Прикольная очень. Габелла, да? Ну куда ты лезешь, ты ж... А все, Серега, кстати, победил. Держу в курсе. Да, Симой, большой. Серега победил, а, нет, кстати. Не, не смогу. Я, пожалуйста, ты есть! Допропускался! Я допропускался, я чисто допропускался, и все. Не, ну режим лайк однозначно, особенно вот эти экспертные гонки, это очень круто. И, ребята, я надеюсь, вам понравился этот ролик. Огромное спасибо за просмотр. Не забывайте прожимать кнопочку лайка и подписываться на канал. Всем до скорой встречи, всем пока-пока. Всем пока.